Всем добрый вечер. Сегодня у нас 16 июня, 23 год. И мы с вами посмотрим новую технику, дальнейшее развитие учебных видео по диагностике кармы номер 1 и номер 26. Дистанционная очистка квартир в многоквартирных домах. Ну, на первый взгляд покажется фантастикой, но учитывая то, что наша школа владеет уже более 15 лет системой цифровой диагностики кармы, мы можем через жильца, через владельца квартиры в онлайне, выйдем на него контакт и проверим через него состояние этой квартиры. Ну, он только-только сегодня вот выслал мне фотографии. Это будет от Аркаима, где я нахожусь, примерно 1000 километров, большой город К на Волге. И улица Айдарова, дом 7, квартира 213, 4 этаж, 6 подъезд. То есть мы знаем конкретные, точные координаты на местности, где расположена эта квартира. Прежде чем выйти на онлайн с человеком, мы договорились с ним. Он получил янтры, которые будут держать закачанную энергию. То, что мы здесь прокачаем на дистанции, через фантом эту квартиру выставим в оригинальном размере, прокачаем ее здесь ракетой фантом, большой ракетой космической, через орбиту туда выстрелим на 1000 километров в Казань, долбанем в это место, уже когда будет жилец там на месте. И с помощью янтр эта энергия будет удерживаться, развиваться и прокачиваться. Мало того, янтры будут запрограммированы нами дистанционно, и я смогу с этого фантома определять завтра, какое будет биополе, энергополе в этой квартире, послезавтра, через месяц. То есть она у меня будет здесь стоять как копия, как голограмма этой действующей квартиры. Очень крутая технология. Я использую сегодня зороастризм, причем зороастризм не слепой, а зороастризм, знающий с цифровой системой диагностики энергополей. Мы знаем, что Вселенная неоднородно группируется по зонам подобия, хорошее к хорошему, плохое к плохому. И сейчас здесь мы находимся на Аркаиме вместе силы, Уральская Шамбала, Южноуральская. Здесь, с этого места, мы хорошо видим за горизонт. В пределах 3000 километров любую точку по поверхности мы можем отсканировать, определить и прокачать. Сейчас вы это увидите. Паузу делаем. Итак, у нас сейчас процесс. Мы в онлайне встречаемся с этим человеком, который будет вместе с владельцем квартиры помогать нам проводить эту энергоочистку квартиры. С янтрами. Они уже с янтрами. Янтры кладутся на подоконник для программирования. Либо на стол, на кухонный, или там на письменный. Так, чтобы мы могли эти янтры дистанционно увидеть и на них закачать энергию. Выставлять будем квартиру в оригинальный размер. Сколько комнат в квартире? Две комнаты. И кухня? Да. Отлично. Покажи мне, пожалуйста, улицу. Фиксируемся на улице. Как будет наш луч опускаться? Сначала мы дугой через небо вылетаем на звездного Атмана, там через высоту 2000 доходим до города Казани, опускаемся с 2000 вниз. Вот, я смотрю на ее дом по адресу Айдарова 7, я смотрю на улицу и фиксируюсь этой точкой за горизонтом. Все, я опускаю луч, это значит, выставляю канал. Я выставил свой канал на тот дом. Теперь, да, мне показали. Вот, видите, этот дом. Вот я вижу, что на улице. Я вижу, как выглядит балкон. Хорошо. Фиксируюсь. Я опустил канал. Посмотрите, канал лучом с мощностью плюс 30. Я использую зороастризм канал номер 1 Ахура Мазда сейчас. Выставляю. Опустил канал. Теперь давайте измерим. Да, заходи в квартиру.
измеряем мощность внешнего пространства в том районе Казани, это Московский район, 7, 8, 9, 10, 11, все, мощность плюс 11, записываю, внешнее пространство нормально, плюс 11, МВП, нормально, норма, хорошее свеженькое пространство. Измеряю мощность дома. А, видите, рамочка у меня пошла в минус. Да, значит, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Дом многоквартирный, очень большой и большое количество социальных негативов. Пьяниц много, естественно, много некротики и так далее. Мощность дома. При этом, при том, что на улице плюс 11, но мощность дома минус 14. Вот так вот. А теперь мне показывают квартиру. Вот она. И я меряю мощность квартиры. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Ну все, минус 15. Примерно такая же, как и в мощности дома. Это, как мы говорим, да, многоквартирные дома, они сквозняком. То есть это как бы проходной двор для всех видов социальных деструктивных энергий и программ. Поэтому нам необходимо для защиты, для прочистки и зарядки квартиры, нам необходимо за что-то цеплять эту нашу энергию. И что-то это будет у нас янтры или иконы с медным окладом, металлическим окладом. Бумажные иконы не работают, запомните. Только деревянный и металлический оклад. Что я делаю? Вот в этот район я выставляю сейчас через... Мне показывают каждую комнату квартиры. Я выставляю голограммную копию квартиры сюда. Беру информацию через орбиту. Через ноосферное поле беру информацию. Казань, улица такая-то, квартира такая-то. Беру. Выставляю сюда в оригинал. Видите, у меня здесь восточные врата должны иметь мощность плюс 30. Покажите, пожалуйста. Да, покажите. Вот восточные врата должны иметь мощность плюс 30. Но я выставил фантом квартиры, и они на данный момент упали, просели на минус 14. Потому что здесь голограмма квартиры. Значит, для того, чтобы надежно, дистанционно, нужно в онлайне видеть эту квартиру, работать с человеком, который будет внутри квартиры находиться, и как бы принимать наши каналы, наши лучи. Применяю зороастризм. Олеся, еще набери 3-литровую банку воды и тоже выставь на тот же стол, как и янтры. Через 5 минут, 10 минут я тебе перезвоню. Посидите где-то на балкончике. Я тебе перезвоню. Мощности и параметры. Откуда берутся эти минус 14? Социальные негативы многослойны. Мы знаем ментал, астрал, эфир. То есть несколько слоев. И все их мы можем определить и можем их погасить, если знаем, что мы гасим. И применяем качественные, наработанные мощные зороастрийские или тибетские каналы. Итак, я хочу определить, какое количество асуров всех трех видов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят, шестьдесят. 60 асуров сущей и лучей. Записали. 60 примерно асуров. То есть это ментальных демонов, титанов. Дальше. При этом гоблинов наших. Раз, два, три, пять, десять, 15, 18, 20, 25, 28, 25, 26. Хорошо. 26 претов гоблинов. Сквозняк. Нарки, конечно, есть. Алкаши есть, значит, есть и нарки. Нарков. Раз, два, три, четыре, пять. Большое количество. Пять черных
подземных червяков. И проверим еще рептилы. Ну, рептил. Есть рептилоидная сеть. Плазмоиды, серые, да. И все слои инопланетных негативов тоже там есть. 5 нарков. И инопланетин. Ну что, долбанем? Ха-ха-ха-ха-ха. Ятха ахуварью, атхарату, шашат читхача. Вангеуш, да сдал мангош, яутанана мангеуш маздай. Шатрым чахураим драгубьё дадат вахтарым. Ашем ваху васиштам астиушта астиушта ахмай. Яташай выстай ашем. Ашем ваху васиштам астиушта астиушта амай. Яташай выстай ашем. Ашем ваху васиштам астиушта астиушта амай. Яташай выстай ашем. Енге хатам ат ясне пайти ванго. Маздао ахуро вэта ашатача. Яонгам чата асчата осся. Язамайде. Ядадар ахуро мазда райуман курман. Вызываем сюда энергию единого Бога, Ахура Мазда, его архангелов и ангелов. Йодадар Ахура Мазда, Райоман Курман. Йодадар Ахура Мазда, Райоман Курман. Ударная техника большим диаметром, километровый диаметр, с высоты 2000 километров. Ударный канал Ахура Мазда, плюс Бихрам, плюс Амеша Аспента Вахуман и Аша Васиш. Сразу, друг за дружкой, послойно, 4 канала использую. Перерыв. Good afternoon, everybody. For English-speaking disciples, today I will show you how, by the digital method of diagnosis of karma, we can justify, we can scan and clean distant apartment. Location from me is approximately 1,200 kilometers. Now I am located on the Arkaim Mountains. And Arkaim Mountains is one of the holiest places in Asia, located in South Ural area. With a digital diagnosis, I can trace, I can scan the power of apartment located in the city of Kazan, in address of Aidarova 7. Exact location I know, photographs of the person, of the apartment I have from the person. Now I will have online session with that person who is owning the apartment. He ordered the cleaning of the apartment. Now we have been recognized, described that the power of place of Kazan is plus 11 points. Power of the house is minus 14 out of minus 20. Why is so much less? Why is so many negatives? Because this is many apartment house, which have 300 approximately apartments, and so on, many negatives are there. Many old, aged, ill people, many drinkers, smokers, and dependent people. So, many types of the social negatives like asuras, narakas, pretas, and UFO sources, and various negative sources are there, demons. And they are covering all the apartments in that house, in that building. So, our aim is to clean exact apartment. We cannot avail all the big building to clean on the distance. It's so huge work. So, we are located to exact apartment number 213. We have traced by the digits our karma diagnosis that power of that apartment is minus 14. We can put the copy, hologram copy of that apartment just here on my mountain of Arkaim. It is located just here. As you know, Arkaim is a powerful place. I show you. The power here where I am located on the top of mountain is plus 30. So here is a direct galactic rays from the divine holy source of the gods.
Now I show you, I put a copy, hologram copy, like duplicate, like phantom of that apartment. I put just 10-15 meters in front of me, near that my oriental gates. And look to my pendant. Pendant is rolling anti-clockwise direction. It means the energy of that copy is negative. Minus 14, as I told you, we already digitally described, already scanned. Why is so much negative? We have been located in that area, around and inside that apartment, 60 asuras of four types, 26 pretas of goblins type. Ghosts and spirits, 5 underground Naraks, orcs, and also UFO sources of negative. So, now we are approaching that apartment with a Western Zoroastrian channels. I am using now channel Ahura Mazda number 1. I am using the channel of Behram. I am using channel of Amesha Spent Wohuman and Amesha Spent Asha Bahishta. One by one, 5-10 minutes each. I am doing to this copy, to this phantom copy of apartment. Then after, I am covering that into the rocket. And rocket I am shooting through the noosphere field. I am shooting to the city of Kazan, 1,200 kilometers away. Переключайся на видео. Я тебя не вижу. Каналы работают, каналы качаются. Закачиваем для квартиры, нужна большая ракета. Если для фантома человека нам достаточно маленькой ракеты, 10-метрового размера, диаметром 2 метра, то для того, чтобы лучевым ударом прожечь, пробить и прокачать квартиру, нам необходима большая ракета. Высота примерно 100 метров, огненная ракета, и толщина метров 15-20. Олесь, я тебя не вижу. Давай. Итак, что я делаю? Я беру ракету эту, закручиваю, постоянно подкачиваю сверху каналы. From the high divine sources, I am inquiring, cleaning, washing, removing of negatives. I am putting the channels, shooting arrows, shooting the lightning, shooting the rockets down to clean and remove the all negatives and put energy on yantras. Yantras will be special additional equipment which will be held in that apartment later on. So it will be protection, our apartment protection from all negatives. Negative sources, even it will be located in other apartments, other buildings, but they will not enter to that our building, our apartment number 213. So I am putting that channels on the yantras. I am putting into the rocket, rolling into the rocket, and shooting this big rocket. Rocket the size 100 meters long and 20 meters wide. So this fire rocket.
I'm looking to the person, I'm looking to the apartment, which she showing me. Привет. Ловите. Ракета пошла. Выстрел. Шут. 1, 2, 3, 5, 10 километров. 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Разгоняюсь. 900, 1000, 1200. Смотрим. Казань. Айдарова 7. Квартира такая-то. Удар. Удар пошел. И вихревое вращение, не забываем, вихревое вращение по часовой стрелке. We remember clockwise direction rolling energy here in the copy and there originally in Kazan City. Shoot more rockets from the heaven to that apartment. Shooting more and more rockets, one by one. Many rockets by this power of the channel. It will avail us to clean and remove negatives, also to block other negatives to come inside our apartment. Покажи мне вторую комнату. Сейчас я работаю постоянно, уже накачиваю. Я уже установил полностью контакт. Фантом я здесь держу. Там я уже вышел лучом сознания через орбиту на сферное поле. Я вышел на оригинал, и я просто долблю каналами друг за другом и кручу огненным вихрем. Кручу эту точку. Устанавливаю каркас верхний и каркас нижний, конусы. Вокруг этого дома, ну как бы сверху и снизу этой квартиры выставляю, и в эту точку долблю каналы с неба туда, в город Казань, за горизонт 1200 километров. Угу, отлично. Принимаю лучевые удары, то есть я чувствую сам, как по поверхности, по этой квартире идут лучи, выстрелы, ракеты. С неба удар, с неба удар. То есть от уровня. Мы используем уровень звездной души. 2000 километров. Самый гарантированный, надежный. Никакие перехваты не могут нас долбануть. Никакие там инопланетники не могут помешать нашей работе. С высоты 2000 гарантированный четкий результат. Теперь покажите мне янтры. И воду. Янтры и воду. Нужно, чтобы человек в оригинале нам все это показывал вживую, чтобы мы все детально видели и потом могли проверить это. Отлично. Вода. Янтры. Программируем. Защита от негативов. Удаление негативных воздействий. Очистка программ. Очистка жильцов. Запрет на вхождение всех негативных сил, программ и воздействий. Прокачиваем матрицы жильцов. Система семи авиашоссетов. Как у нас есть учебное видео удаление печати, здесь мы легкий вариант используем. Прокачиваем амешоспентами послойно человека в несколько слоев. Покажи мне Владислава еще. С расстояния 3 метра примерно. Владислава, покажи мне с расстояния 3 метра. Угу. Привет. Угу. Зеврно.
Ах, вкусно. Мощи, хорошо. Выставляю конус под квартирой. И над квартирой. Два защитных конуса, вращение по часовой стрелке. На янтра закрепляю центр конуса. Центр обоих конусов. На большой вот этой янтре, вот она видна здесь. Воду они потом разбрызгивают. Святая вода, они просто ее разбрызгивают, вода высохнет, по всем комнатам разбрызгивают. Хорошо, так, прекрасно. Что ж, давайте посмотрим. Вот эта квартира, которая была минус 14. Направляя на нее рамочку, хочу измерить ее мощность на данный момент. Десять. Двадцать. Тридцать плюс. Как там у вас, ребята? Олесь, как там? Состояние, скажи мне. Чувствуешь канал с неба? Угу. Широко. Я 4 канала использовал последовательно из-за зороастризма. Сейчас дорабатываем. Дорабатываем. Еще дорабатываем. Еще минут 5. Фиксируем, закрепляем работу. Но уже видно, что 30. Видно, что 30. Вы пока можете, мы выйдем из онлайна, вы воду, вот эту заряженную воду, разбрызгайте, прям возьми рукой вот так вот.
Эти янтры также можно заказать у нас в московском центре. Спасибо за внимание.